Где Фрейя? Она пошла помочь брату. Она повела отряд искать Фрейра и Бюквера. Их схватили Эйнхерии. Как это случилось? Засада. С вашего последнего визита врагов стало больше. А что еще хуже, небесных волков не видели уже несколько дней, если я правильно понимаю. Не просто отслеживать время без луны в небе. Без луны? Как в их святилище. Святилище? Долгая история. Нам узнать, что с ними? Я был бы благодарен. Нас мало. А если кто и сможет помочь Сколью и Хати, то только собрат великан. Хорошо. Фрейя говорила, вы знаете, что делать. Разочаровали. Идите на север и найдете их логово. Удачи! И не стреляйте в кабанов. Ха. Думаешь, он правда простил меня за то? Поверь, парень, если бы старый хряк затаил обиду, ты бы понял. Что между вами произошло? Да как обычно. Недопонимание, конфликт интересов, обман. Тебе волноваться не о чем. Я не волнуюсь, мне любопытно. Любопытство — это хорошо. Но только в меру, да? Ладно, ладно, я понял. Коммен, брат! Берегись! Больно бьют, гады! Питер, ну же, брат, попробуйте! Вот так получилось! Сзади! Ясно!
Ванахейм совсем не похож на другие миры. Здесь тепло, как в Свартальфхейме, но воздух такой густой. Игрос. Что? Игрос. Сырость по-гречески. Игрос. Здорово. Они такие сильные из-за нёгки! Они делись. Может, их сожрала нёбка? Вряд ли. А знаешь, раз ты побывал в Ванахейме, значит, ты был во всех 9 мирах. Ха, ты ведь прав. Мало кто из смертных может этим похвастаться. Даже мало кто из богов. Твой отец, к примеру, еще не бывал в Асгарде. И особо туда не спешу. Эти свиньи сказал, Фрейра и Бюгвера схватили. Кто такой Бюгвер? Светлый эльф. Бывший ученый, изгнан из Альфхейма со своей женой Бейлой. Она, пожалуй, их лучший воин. За что его изгнали? Ну, лучше спросить его. Но я так понимаю, их намерение объединить свои народы было не одобрено. Так Бейла
Темный эльф? Да. Ого. Ну, теперь только больше вопросов. Надеюсь, он цел. Заслоны Эйнхериев. Плохой знак. С нашей последней встречи они только углубились в джунгли. Меняю!
сказал, Рагнарёк начнется, когда Сколь и Хати поймают солнце и луну. Да! Я сказал, так предсказано. В пророчестве. А после Норн мы этими пророчествами сыты по горло. Но Один верит. Видимо, поэтому Эйнхири украли луну. Он пытается остановить Рагнарёк. Или готовится к нему. Ведет здесь войну чужими руками, отвлекая врагов. Да, может и так. Я их чувствую. Наверное, там их логово. Не терпится встретить Сколя и Хати? Ну, я помню твои истории. Странно будет увидеть их воочию. Встреча легенды и реальности. Во всяком случае, это будет очень забавно.
Эй, кажется, они спят. Ну вот, пожалуйста, легендарный небесный волк. Очень забавно, я же говорил. Помнишь святилище? Они не вернулись на небо, пока вновь не появилась луна. А затем помчались по небу за стрелой. Так значит, нам надо найти луну и вернуть ее на место, да? Абсолютно обыденная задача. Империи, судя по всему, тоже сыграли свою роль. И если память не подводит, они спрятали луну в ящик. Но куда они его дели, не сказано. С этими пророчествами всегда так, ведь правда? Маловато конкретики. Рядом с деревней есть военный лагерь. Крепость, где хранят добычу. Начнем оттуда. Кто еще есть в армии Фрейра, кроме среди свиньи и эльфов? Тоже мне армия. Хотя Биргер был воином, он прошел дорогой путника. Я думаю, он ловко орудует своим огромным мечом. Путник, который не хочет нас убить. Неплохо. Впереди Энхири. Я готов. Алфарил. Ты видел? Не знал, что они так умеют. Новый враг. Да? Верно. Подходит.
Видимо, узнали про нас. Странно, что здесь никого нет. Прячутся. Не все ваны — закаленные воины, как наша Фрейя. Выжившие в войне предпочитают прятаться в джунглях. Природа их защищает. Когда я обрушу эту стену, мы нападем. Угу. Пусто. Куда они делись? Стойте. Это луна в ящике. Внизу. Наверняка она. Это определенно засада. Да. Берегись! Как и знал. Тише, Том! Осторожней, брат! Это Биврёв! Ничего, пройдёт! Не справится! Сзади, Биврёв! Там слева еще Эльхерий! Ждем!
Сзади, отец! Пусть погнал! Это же Библия! Стойте, это луна. Ящик внизу. Так и знал. Осторожней, брат. Это биврёк. Меняю стрелы. Слева бибрёк! Так и знал.
Осторожней, брат! Это биврёз! Так и знал. Осторожней, брат! Это биврёз! Осторожно! Сзади! Так, слева! Даже я почувствовал! Так, слева! Берегись, сзади! Ah!
Go!
вперед! Замедлит Одина хотя бы на какое-то время. Вряд ли в Асгарде скоро закончатся солдаты. Стойте! Это луна в ящике. Внизу. Наверняка она. Ugh!
готовы вернуть Луну на место? Да, согласен. Звучит очень странно. Эй! Скорее! Она уходит! Давай! Двойная засада? Да, этого я не ожидал. Осторожней, брат! Это Бегрёв! Осторожно! Справа! Давай, Кратос! Держись! Осторожней, брат! Это Бегрёв! Эй, слева! Проведаем воронов на древе. Снова скрылась! Быстрее! Нам надо перебраться! Вон там! Поднимается по водопаду! Там, наверху. Опять засада. Сколько можно? На третий раз повезет. Они не умны. Что есть, то есть. Слушай, то, что мы делаем, я про это. Это же почти один в один то, что мы видели в святилище Сколи и Хати. Волки вернулись в Ванахейм. Мы пытаемся спасти Луну. Да. Я помню пророчество. И тебя это не волнует? Если то, что мы сейчас делаем, было в святилище Йотунов. Не забывай о нашем с тобой уговоре. Пророчество нам не указ. Да. Нашим соратникам нужна помощь. Сейчас это наша цель. Брат, мы не туда свернули. Вор устремился ввысь.
Верно! Неверно! Гадкая тварь! Осторожнее! Блокируй удар! Давай, Кратос, держи! Что это? Неверно! Гадкая тварь! Осторожнее! Валируй идей, брат! Сзади! Хочет тебя схватить! Так, слева! Неверно! Гадкая тварь! Осторожнее! Хочет тебя схватить! Сзади! Ялфа! Парируй и бей, брат! Ялфа! Давай, Кратос, держись! Что это? Неверно! Гадкая тварь! Осторожнее! Хочет тебя схватить! Берегись! Сзади! Молния, берегись! Отец!
Холодная. Это из Хельхейма. Хеймдаль, видимо, схватил ее, пока я освобождал Гарна. Я был там, но я не знал. Сейчас ты борешься, чтобы все исправить. Не стоит винить себя. Да. Нет, ты прав. Так мы вернемся в логово. Они пойдут за нами. Будьте начеку. Отец, почему ты так уверен, что у нас есть свобода выбора? Сомнение – непозволительная слабость. Кто говорит о сомнениях? Пока что мы делаем все, что предсказали великаны. Мы все решаем сами. Ничто нас не принуждает. Все, что мы делаем, приближает нас к Рагнарёку. Есть ли способ избежать судьбы? Твоей судьбы? Если мы не остановим твою... Ты бы отвернулся от волков, от этого мира. Помни наш уговор. А парень-то дело говорит. Будь что будет, лишь бы Атрей был жив. Попробуем.
в их святилище. Если сделаю это... Судьба тобой не руководит. Делай то, что нужно, а не предсказано. Мы всегда могли позвать их. Мы должны отнести его к одному из алтарей? Может, Фрея знает. Значит, в итоге мы получили ключи от ночи. Неплохо вышло. Нужно вернуться к Хильдисвине и рассказать ему об этом. Да. Идем в лагерь.